Привет! Сегодня быстро расскажу о самых эффективных народных и домашних средствах от похмелья в новогоднюю ночь, утром, после новогодней ночи. Средство номер один. Конечно же, у всех есть соление. И рассолы из солений являются отличным средством побороть похмелье и головную боль. Далее, средство номер два. Это квас. Желательно, чтобы он был живой, но не обязательно. Кстати, идеально подходит даже домашний квас, который вы сделали накануне из ржаного хлеба. Это отличное средство от похмелья. Далее, отличным средством от похмелья является минеральная вода. Желательно щелочная. Подходит супер. Это боржоми, это из дорогих вод. И другие различные щелочные воды. Именно такая вода отлично помогает от похмелья и при похмелье. А также от головной боли и обезвоживания организма. Также очень хорошо при похмелье и от похмелья помогает кефир. Все мы знаем фильмы с участием Никулина, где кефиром запивает алкоголь. То же самое происходит при похмелье. Если вы выпьете 300-400 грамм натощак кефира и сделаете так 2-3 раза, то пройдет и головная боль, и также снимется синдром похмелья. Также отличным средством является простой зеленый чай, без каких-либо добавок. Приобретите себе качественный листовой, желательно среднелистовой, зеленый чай, и это будет отличным средством при похмелье, от похмелья, а также на утро после различных тяжелых застольев. Ну а также от похмелья отлично помогает различная горячая пища. Идеально подойдут различные домашние супы. Ну, например, берем качественную домашнюю курицу, желательно петуха, и варим насыщенный хороший суп. На утро, конечно же. Кстати, именно этим рецептом наша семья снимает похмельный синдром. Мы обязательно в 11 часов утра после Нового года варим себе качественный наваристый суп из петуха. Ну а также отличным средством является домашняя шипучка. Итак, берем еле теплую воду, далее всыпаем 1 чайную ложку без горки пищевой соды. Хорошо все перемешиваем в стакане воды, чтобы все растворилось. Дальше берем, наливаем в чайную ложку уксус. Быстренько вливаем сюда этот уксус, начинаем мешать. Происходит вот такое себе шипение. И в этот момент эту воду выпиваем. Это отличное средство от похмелья. Следите за обновлением, все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, и тогда вы первыми узнаете о том, что вышло именно ваше видео по вашей проблеме. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить мне лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще.